В Мурманске состоялась репетиция парада Победы. В столице Заполярья колонну военных возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. В этом году в торжественном событии в центре города-героя примут участие около 900 человек, в том числе нахимовцы, кадеты и юнормейцы. Первым на параде военной техники пройдет легендарный танк Т-34. Кроме того, в составе механизированной колонны зрители увидят восстановленные на Северном флоте исторические образцы. Каким будет парад 9 мая, можно увидеть уже сейчас в нашей рубрике «Без комментариев». Негоходы!